Ну что, пока у нас есть время до ресторана, пойдем потихонечку погуляемся немножко. Ну, конечно, не по проезжей части, по Брайтон-Бич. Подышим утренним воздухом. Делавэр-авеню. Ну, это же... Делавэр – это же штат Байдена, ребят. Правильно? Да, я, в общем, уже тоже, ну, смотрю, читаю, как говорится, про игру. И, значит, здесь есть... хорошая аллюзия на Beatles. В общем, как сказал обзорщик, что в общем-то на троих из четверых в честь них, в общем, названы улицы. Вроде как есть Харрисон Авеню. Ну, в принципе, конечно, может быть, в честь Харрисона Форда, но тут я не буду уже лезть. Здесь вечная путаница. Путаница с фамилиями. Английский язык я знаю просто уголовно. Но не то, что я знаю уголовный жаргон, я знаю английский уголовно. Вот, поэтому чем я могу с вами поделиться, собственно сказать, если вы еще, если я еще не поделился в других роликах, что фамилия Сигал, Стивен Сигал, там в Сан-Андреас кричат Сигалс, ну, в смысле чайки. Ну, я решил, такой баран, рубаха, парень, что, значит, Сигал — это чайка. Нет, фамилия Стивена Сигала происходит от еврейской фамилии Зигельман. Вот так. Так что с этим вообще надо аккуратнее. Ну, еще что я узнал, что известный фильм «Красота по-американски» назван так в честь альбома группы Grateful Dead. Американской культовой психоделической группы. Поняли меня? Так что вот вам такие сведения. А это, собственно говоря, именно то, про что я тоже говорю в своих роликах. Это величественный, просто как жест Бога, Бруклинский мост. Если Бруклинский мост, блин, если что, поправьте меня. Ну, наверное. Какой же еще?